начались главные матчи. Начались матчи, в которых нельзя уступать, матчи официальные. В самом деле, это первый шаг к той дороге, которая должна привести обе команды или по отдельности в Россию. С английскими корнями, которые могут играть за Англию. Ох ты, момент-то какой, ну отсюда. Но Росен Элладайс ничего плохого, если мы будем давать английские паспорта. Вставляет говорить сидящий в нем другой человек. Я понимаю возмущение нескольких болельщиков, которые прямо сейчас думают и... Кейн вот, пошел бороться. И локтем получил. Это желтая карточка. Немедленно. Мартинш круто. Но желтая карточка уже на этом самом локте. Видишь? Оказывается, титры еще с таким красным. Удар так акцентирован. Справедливо. Взял за руку. И так пихнул своего соперника, обидчика, но пока не об этом. Пока о том, что произойти. Разбирались с ним. И вот на этом собрании я просто сказал, что да, я извиняюсь, может быть, я немножко переборщил. Но я действую в интересах людей, футбола. И был. Козака сейчас действительно в приближающемся перерыве. Я бы просто с ним не особенно пересекался по трибунам помещения. Он теперь момент штрафной площади. Хозяев, Стерлинг получает этот пас внезапно. Передвижение, здесь красиво проникает Кейн. И дальше вот, пожалуйста, все. Вместо этого они отдают мяч Стерлингу, и тут справа и в дальнюю. А он... Отчаянный удар получил. Так, вторая карточка, что ли, Шкорте? Да. Опа! Мартин Шкартел! Красная совокупность все-таки здесь сработала, и в конце концов он... А вот за что. Видишь, он наступил. Да. Мне тоже показалось, что... Подсвинился. Хороший заброс. Опа! Какой момент, Лалана! Сейчас и пойдет. Хорошо оставил мяч. Да. Ну, он просто сейчас в невероятной форме. Вот так делает. Ух ты! Вот это остро. Носка подцепил мяч и бросил его. Стоунс просит выйти поближе на себя. Ой, Алле! Слушай, ну смотри, вот эти передачи через центр пошли. Не удар над перекладиной. Но, ты знаешь, вот... Лалана вывернулся. И бьет! Ух, какой удар! Мяч выскакивает в поле. Как неожиданно. Наряду с попыткой Стерлинга пока, наверное, самый опасный удар в исполнении английского футболиста. Продолжается эта атака. Вводящий еще был в дальний угол. Ну, а мы смотрим с вами за моментом Адама Лалана, который неожиданно решился пробить и был прав. Не факт, что ты здесь допрыгивал-то, козачек. К удару, если бы он был чуть более точным. Да и мяч вылетал. Пожалуйста. Распоряжается мячом центральным. Тогда бы цены не было. Дальний удар в сторону. Что лучше, конечно, для англичан, чтобы мяч вошел в сетку. Этого нет как нет. Лалан снова атаковал. Автор одного из, пожалуй, двух опаснейших. Старич. По мячу. Ну, в общем, подружился. Вообще, это был бы признак стабильности для растущего словацкого футбола. Так, последний момент! Ух, какое драмище! Все-таки пропускает команда Словакии. И конкретно... Ты у этих добавленных четырех. Одну, да, одну, но... с водой, вторая вот нужна была. Лил воду. Давай, не смотри. На ту мельницу. Да, то хорошо, есть карен... ушел. Ну да. Опа. Роуз, передача. И Адам Лалана после отскока мяча от Пикарика. Ну, Пикарик уже измочаленный уже. Представляете, он бросается туда-сюда, пытается перекрыть все зоны сразу. А нужно-то было всего-навсего помочь вратарю не пропустить в свой ближний угол. Ну, вот что сейчас необходимо сказать. Англичане-то уже знают, что все...